Давайте удивим своих близких и приготовим необычный десерт прямо в арбузе. Отрезаем верхушку и вынимаем из арбуза всю мякоть. В отдельной тарелке смешаем фрукты и ягоды на ваш вкус. У меня виноград, клубника, голубика, малина и красная смородина. Аккуратно перемешиваем и выкладываем наши фрукты и ягоды прямо в арбуз. Подготовим желатин. Я добавила воду, сахар и немного сока лайма. Можно заменить лимоном. Погреваю желатин до 60 градусов, охлаждаю и выливаю в арбуз. Ставлю в холодильник на 8 часов. Посмотрите, какой шикарный разрез у нас получился. Уверена, этот десерт заценят все ваши близкие.